Всем привет! Вы на канале Марина Кассандра. Сегодня я вам покажу быстрые прически на короткие волосы. Заранее я уже отделила фронтальную часть волос, то есть пробор от ушка до ушка. Буду работать с передней частью волос. У меня будет три косички. Пробор на первую косичку я уже разделила. Он идет от середины и заканчивается, где у нас начинается височек. Плести я буду косичку наоборот. В процессе сбрызгиваю водичкой. Из оставшейся части волос я буду делать пробор еще на две косички.
Вот такая прическа получилась. Можно заплести одну косичку, можно две, можно четыре. Также такую прическу можно заплетать не только на короткие волосы, а также на средние и на длинные. В этом случае волосы спереди не будут мешаться, а будут красиво убраны. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!